Всем привет, меня зовут Даша, и вы находитесь на моем канале Даша Дрим. Как вы знаете, в прошлом видео я говорила, что сниму видео про наполнители для сквиша, но это видео немного запаздывает, оно будет следующим. А в этом видео мы вместе с вами откроем бумажные сюрпризы. Но перед началом этого видео я хочу вас кое-кем познакомить. Всем привет, ребята! Меня зовут Мами Латка, и я буду помогать Дасселу складывать бумажные сюрпризы. И да, ребята, это мой единорожек Мармеладка. Как она сказала, она будет помогать мне раскрывать бумажные сюрпризы. Недавно я на сайте Surprise Box заказала вот такую огромную посылочку, в которой бумажные сюрпризы. Мармеладка, тебе интересно, что там внутри? Очень интересно, давай быстрее открывать. И хочу сказать, что эти все сюрпризы первой серии. Ну, чтобы вам было понятно, о чем идет речь. Итак, давайте откроем. Тут написано Surprise Box от Surprise Box для Даша Dream. Вау, интересненько. Давайте оторвем молнию. Надеюсь, она у нас откроется как надо. И да, молния открылась ровненько. Так, оторвем теперь вот здесь. Вау! Так много сюрпризов. Очень много, давай их побыстрее открывать. Подожди, нужно их еще показать. Так, тут у нас 5 сюрпризиков я заказала. Давайте посмотрим, какие они. Так, первый сюрприз, он огромный, это одежда. Там что-то интересненькое. Как я слышала, это девочка там. 2 сюрприза маленькие одежды. Вот они. Еще сюрприз фрукты. И милые монстрики. Давайте начнем со сюрприза фрукты. Это первая серия. Такой замочек. Сзади штрих-код и информация. Можете поставить на паузу и прочитать. Если что, извиняюсь за ошибки. Так, давайте откроем. Ровненько все так по молнии. Так, и тут у нас... Вау, ребята, посмотрите, нам попалось 2 яблочка. Даже не ожидала. Вау, 2 яблочка, нам повезло. Да, нам повезло. И тут сорт яблоко российское. Смешно так. Давай их скусаем. Ну, да они же не настоящие. Это бумажный сюрприз. Ну, жалко. Давай тогда откроем милые монстрики. Так интересно, что там внутри. Но тут то же самое. Можете поставить на паузу и прочитать. Напоминаю, что сайт выдумала я. И все эти сюрпризы придумывала я сама. Так, и тут у нас... Такой вот милый монстрик. Покажи. Вот такой вот милый монстрик. Имя Буня, рост 5 сантиметров и 5 миллиметров, лет 5. Привет, я Буня, я люблю розовый цвет. Ну, потому что она сама розовая. Светло-розовая и темно-розовая. Да, правильно. Теперь давайте откроем 2 сюрпризика одежды. Это первая серия лета. Вот сзади вот так вот. Сзади у них одинаково, поэтому я вам не буду показывать, как второй. Так, открываем. По молнии почему-то у нас все. И тут у нас вот такой наряд. Посмотрите, это у нас футболочка. Такие вот шортики. И ботинки радужные. У нас то солнце пропадает, то появляется. Вообще непонятно. Вот такой вот у нас наряд. Давайте посмотрим на второй. То же самое все. Открываем. Ну, тут чуть-чуть осталась молния. Ничего страшного. Вау, а тут у нас вот такая вот блузка вроде бы. Юбочка. И розовые ботинки. Прямо как вот у нас тут монстрик был. Да? Вот. И теперь давайте откроем самый большой сюрприз. Одежда. Вот, сзади у нас очень много написано. Вы можете это прочитать. Я это читать не буду.
потому что тут очень много, так что поставьте на паузу и прочитайте. Так, ну а мы открываем, тут уже... Ой, тут уже молния наполовину открыта, я хотела сказать. Оторвана. Так, и давайте откроем. Как бы это поаккуратней. Ай, я упала! Ладно, извини, мармеладка. И тут у нас вот такая девочка. Слышала, что еще есть мальчик, но мальчика не решила заказывать, девочку заказала. И в подарок у нее вот такое вот платьишко. Сейчас я одену платьишко и покажу вам. Да, давай, Даша, быстрее одевай. Вот так вот я одела платьишко. Вот как оно выглядит. Сейчас я одену первый и второй образ. И мы посмотрим, как это будет выглядеть. Вот как выглядит девочка во втором наряде. Даша, а ты мне купишь такие же ботинки, как у нее? Ну, мармеладка, не знаю. Может, мы их в магазине даже не найдем. Тем более, эти ботинки бумажные. Может, их не существует. Залка. Но мы все равно посмотрим в магазине, холосо. Ладно. А теперь давайте я вам покажу третий образ куклы. И вот так вот выглядит девочка в третьем образе. И, кстати, вот эти все наряды можно менять. Допустим, блузку можно заменить на вот такую вот футболку. Она будет вместе с юбочкой. Сейчас я покажу. Вот как это выглядит. Или же можно, допустим, вот эти шорты с вот этой блузочкой. Сейчас я покажу. Вот как выглядит. Или же вообще вот это платье можно совместить вот такими вот разноцветными ботиночками. Сейчас покажу. Вот так это выглядит. Даша, я правильно понимаю, что тут можно купить много-много сюрпризов, всех их распаковать и совмещать разные вещи и получать новые образы. Да, мармеладка, ты абсолютно правильно все поняла. А на этом было все. Сегодня мы распаковали все сюрпризы, которые я заказала на сайте Surprise Box. И, ребята, напишите в комментариях, нравится ли вам мармеладка. Ставьте плюсик, если нравится, и минус, если вам не нравится мармеладка. Ну, а мы с вами прощаемся. До новых видео. Всем пока!